О, как раз пока мальчики здесь. Всем привет. Всех, да. Я хочу попросить их, да, мальчиков, чтобы они смогли разобраться вот как работает, в этой штуке, да? Да. Заказали эту штуку мы уже года два назад, наверное. Может, полтора. Валялась. Может, испортилась? Срок годности прошел. Может, не знаю. Видишь, что там? Да. Вот такая коробочка. Давай, беру. Доставка моя будет. Ну, а что такое маленькая? Я не знаю, может, это не то, потому что я здесь что-то там заказывала, тоже давно лежала. А ну, давай. Может, вообще не то пришло. А, ну, вроде бы. Вроде оно. Мыть окна. Такие штучки. Ну, я думала, они побольше. А ты не открывала, да? Я не думала больше. Не открывала еще. Некогда было. Все, руками помыли. С Тамарой все стекла помыли. Тамара в основном в этом году мыла здесь сама. Ухо, веревка какая-то тут непонятная, слышишь? Угу. А, ничего себе. А ну покажи сюда поближе на камеру. Да подожди, я сам не знаю, как она. А. Ага. Ой, пылюка. Пылюка такая, да? Ничего себе. Еще как его мыть? Инструкция. Ну ты видишь там, да, давай. Инструкция, все понятно. На иностранном. На иностранном нету, на русском ничего. Нет, ничего. Даже нет. Ну картинки есть какие-то вот. А это менять надо, да? Сейчас, подожди. Инструкция, все понятно, все ясно. А ну, дай посмотрю. Да, что тут, здесь в принципе, инструкция не обязательно. Ну вот обязательно то, что вот такие веревки должны быть. А то вдруг начнешь мыть. Я сейчас вот объясню зрителям даже. Вот видите, у нас получается на балконе стекло. И вот это слишком огромное такое стекло, почему-то его не сделали, вот когда я в нашей квартире, я просила, чтобы даже переделывали окна, чтобы несколько было створок открывать, чтобы удобнее было мыть окна, вот так, например, да? А так, ну как помоешь? Уже швабры там доставали, а вот с такого высокого этажа попробуй. Помойка. Ну, и страшно? Я вообще высоты? Вообще. Да я вот на голову убьет, да. Так я высоты вообще, что там? Так, а что такое? Почему он? А, типа магнит там. А вот эта штука, может, типа ручка? А, вот это получается одна ручка. Ну это я увидела в интернете и заказала, я не знаю. Смотри, она долго лежала, видишь, повредилась. Вот, чуть-чуть. Повредилась? Да, угу. Да, потому что лежала долго, надо было. А вытащить. Может, оно такое пришло? Не, ну, понимаешь, резинка заедет. Ну, ничего, его можно, а может, так поправить. Нужно? Да, честно. Ну, просто внутри лежала друг на друге, и все. Посмотри, вот это ямка, а тут тоже, да? Ну, получается, да, она да, что-то криво лежала там. Криво положили, и получается... Ничего страшного, давай попробуем. Ну, давай. Как я думала, там думать? Что-то автоматическое, что-то надо сильно думать. Да нет, просто магнитики, и все. Надевай кольцо. Куда? А, куда? На нос. На нос. Все, давай. Давай, ну давай, ну вот сюда, сюда давай вот это, чтобы вы недалеко, не высоко нет, поднимались. Вон, можно смотри. Водичку? Хотя оно чистое, сейчас еще запачкаете. Не, не работает. Тамара тогда нам даст, что запачкали. Не жмет, да? Ну потому что тут двойные же. Ну только... Бафакир был пьяный, фокус не удался. И что? Ну не держит, двойной-то не держит, давай на этот. Боже, одинарный, а что, надо одинарный? А то тоже, оно да, да, все, конечно, двойные. Все двойные. Давай. Ну-ка. Деньги на ветер. Смотри. А, оно не держит, да? Вообще не держит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Одинарный. Ну а где взять? А ну куда искать одинарный, если оно не будет? Если для этого взяли, да? Ну да, получается. Ту, вообще не получилось. Это столько денег просто выпило. Еще полежит 2 года. Да. Это только, наверное, в селе. А в селе какая разница? Встал да и помыл руками. Я ж думала, с высокого этажа. Двойные окна. А, точно, у Тани тоже двойные окна. Да, у них двойные, да? Вот дуриловка такая. Это ужас какой. Столько денег потратили зря. Ну, не надо должно быть. Я не знаю даже, на что можно его. Нашел, давай сюда. Где можно его вообще как-то? Олег нашел. Можно. Ну а толку? Нам же что здесь мыть, когда мы можем... Вот это нормально, можно мыть. Еще хорошо крепится? Ой, не можно мыть. Чуть я разбил. Еще хуже. Не, ну я сильно... Намочить что ли? Давайте, может, я... Подожди, тазик. Намочили, сейчас пробуем. Так. О, мой. Смотри, на какая у вас грязная была. Да не. Ну посмотри. Да нет, просто она. Моет.
Да нет, просто оно сухое, в сухом виде такое. Короче, ты посмотри, когда мокрое, так. Классно моет. Да нет, это нет. Видишь, вот я вытираю. Дай, дай. Я рукой. Смотри, вот я вытираю, и оно нет. А когда намочил, тогда только так. Поэтому... Короче. Ну, прилипает хоть к другу. Прилипает. Надо вот так. Вот. Нет, я вообще не поняла. А ну ты знаешь что, ты оставь, а с одной стороны только делай. Да, да. С той стороны не трогай. Ну да, руку убери. А ну да, убирай. В эту сторону встань, в эту. Давай. Вот, вот теперь. Сейчас. Давай. А ну что, пасть и разбить. Так, так ты же смотри, держись за это, стой. Так, да конечно, это же надо держи вот так. А ну давай еще раз. Зеркало разобьем. Не, а что мыть-то я не понимаю, что мыть тогда им? Ничего, может, тогда бракованную купили какую-то? Да ну какой бракован, это так и продаю. Для вот таких, типа, они ж не знают, что у нас этот, как, двойные стекла, да? Ну сейчас у всех, наверное, двойные. А они вот так вообще тройные. Да. Я не знаю. Нет, это Тамара недавно все двери и окна все перемыла. Это просто если намочишь-то. А если... Ну да, да, оно намочили, поэтому. А так... Оно опять подсохнет, опять таким будет матовым, да и все. Все, отлично. Только углы вот, видишь, не было. Оно да я. Да. Оно да. А, углы. Промывать такие. Ну да, так а толку бы, было бы. Ага, точно оно не промывает эти углы. А до... если бы даже на балконе стоял и мыл. Короче, зря потраченные деньги. Не, ну самое главное, ты держи. Двойные окна нет. Где? Вот. А, давайте тут попробуем на это. Ну, короче, факт работы, как она должна работать. Она должна одно снаружи быть, а одно снутри. Видишь, типа это снутри, ты ставишь его вот здесь. Ну, тебе только этот столик протирать. Пошел протирать. Но она тоже так себе протирает, я вам скажу. Ну, так вроде нормально, но... Если углы не моют ничего, тогда, ну, конечно, да. Толку от этого что? Ну так, протирай. А, ты мне цветок! Лучше не трогай. Да? Лучше не трогай. Все, чуть Люба не дает. Угу. Ну такое, короче. Оно так как должно работать, поняли? Там стекло должно одинарное, магнит притягивает, и должно. Ну, хоть как-то чуть-чуть помыть. Ну хоть как-то деньги, короче, взяты. Все. Ну да. Надо купить, чтобы оно само. Мыло там вот так ходит, моет, такая штучка. В Ютубе видел. Окна? Да. А как он, окна? Ну, какой-то этот, робот такой. Не, ну робот я видела, вот полы моет, ну а как стекло? Ну, по окнам тоже я видела. Я видела, что... Робота запускает, он там моет. За границей заказывают, люди приезжают и моют только вот так. А больше да, как? Пошлите, чай попьем. А у нас Тамара чай моет. Попьем. Все, мы заработали на торте. Еще не готово, тортики вообще я его на завтра готовлю. Видите, крем как приготовился. Мы были, а тортик не дают. Ну если подождете, сейчас желе застыть должно еще. Еще это только на начале. Это штука, можно сказать, что бесполезная. Бесполезная штука, да. Да, бесполезная штука. Не покупайте такие, то что такие не моют двойную, ну, по толщине. Может надо помощнее брать. Ну хотя мощность тут такая. Ну они же обещали, что они будут любые окна мыть. Ну да. Магнит такой хороший. Ну. Так. Ну, может, так. Слушайте, может быть мы что-то неправильно. Окно закроем. Может мы что-то неправильно. Как-то какой-то там усилитель, может быть. Или не. Магнит, усилитель, знаете, чтобы через стенки проходило. Нет, ничего нет. Может, а ничего нет какой-то. Ну, тут точно? Оно еще раз попробуй на стекле. На магнитной основе. Как оно может быть, где-то усилитель? Моторчик, что ли? Раз, оно, видишь, система, раз. Да. Не работает система. Давай. Олежка решил еще раз проверить. Держится ли? Мы только, по-моему, окно запачкали и все. Да, слишком большое расстояние между ними. Магнит не. Так. Никак не держится, да? Ну, и так. Давай. Стекло надо разбить, чтобы они соединились. Не, ну, вообще никак.
Ну ладно, поменяем. Справа короче, налево. Только запачкали. Сейчас мне придется перемывать, пока Тамара не пришла. Вот так моет. Ай, ну не пачкай ты, ну мне представь, сколько мыть его. Так бы чуть-чуть, а. Все, тетя, возвращай назад, не пойдет такая штука. А как ты вернешь? Гарантии нету, гарантии? Гарантии нету. Нет гарантии, откуда, какая гарантия? Ну да. Так, ну что, буду все убирать. Все убирать. Конечно, прикольная штучка, но чуть-чуть недоработанная. Да. Конкретно недоработанная. Ну, просто у нас окна 2-2. А везде окна, это разводило конкретно. Да, где окна такие, однослойные какие окна, где взяты? Ну да. Ну они же должны были проверить, а потом на продажу. Одинарные, о. Одинарных нету уже? Нету. Одинарные. Теперь будут валяться у вас тут? Ну, теперь будет валяться, что делать. Мало, что ли, таких да. вещей, которые слышишь? Валяются. Может, одну свою снять? Окна. Да ну, дышка, да ну. А как ты портить окна, что ли, или ну, что-то не понятно? Ты что, зря купила? Давай заказываем от мастеров, пусть поубирают эти слои. Скажи, я же такую штуку купила. А надо, чтобы один слой был. Я сам снял, да, и надо оправдать покупку. Да. Как вам идея? Да. Вот это разводят, да, людей? Хорошо дурят. Да. Ну, если сильно мощное будет, оно может и продавить его, наверное. Я не знаю. Пускай эти люди смотрят и больше не покупают. Самое главное, да. Ну да, не ведутся. Не, ну у кого-то может одинарные есть. Хотя одинарных на никого. Ну одинарно где? Раньше, ну, раньше балконы, были. Балконы, знаешь, пристройка балкона, кто делает. Нет, так они предупреждали, что окна одна вот так. Так там же показано было, видео они показывали, что там они моют такие окна. Я ну там прям чистое. Чистое, да, что раз-раз, и не падает, самое главное, на голову никому не упадет. Ну правильно, оно не упадет, конечно, если один раз. Я уже даже не помню, сколько оно стоило, но немало. Как немало? Там вообще даже копейки стоит, 100 гривен. Да ну, какие 100 гривен? Да, 50 гривен вообще только. Да ну? 20 гривен. Больше 20 гривен. А что здесь написано? Все на иностранном написано, да? Ну да, типа они, чтоб претензий не имели. Угу. Деньги. Ой, с этой стороны. Короче,